Всем-всем огромный привет! Под покровом ночи только и снимать пустые баночки. Банок накопилось так много, наступила ночь, пока семья спит. Я думаю, нужно успеть от них избавиться. Давайте покажу, что же у меня закончилось в этом месяце. Опять почему-то их так много. Ну, наверное, потому что в прошлом месяце все заканчивалось такое нейтральное, а в этом уже, так знаете, ударные гели для душа пошли, скрабы. В общем, давайте обо всем понемножку и по порядку. Пена. Пена закончилась у Максимки, у ребенка. Пена для купания, теплые одеяльцы. Присылала мне эту пену Максимке. Присылала эту пену Ольга Крюкова. Оленька, огромный тебе привет и большое-большое спасибо. Вы знаете, что меня очень привлекло в этой пене? Она называется «Теплые одеяльца» и написано, что она согревающая. Подходит она от нуля, да, 0+. И давайте я вам покажу, что здесь написано. Такое приятное стихотворение. И вот здесь написано, что она идет с маслом малины. Замечательная пена, вы знаете, я ей даже сама не пользовалась, хотя моему ребенку далеко не 0 и даже не 5 лет, уже в районе 10 лет. Но с огромным удовольствием он купался в этой пене. Она не так пенится, как пены от Avon, например, но вот этот эффект замечательный, который в нее входит, вот это согревающее. А вот, давайте я вот здесь покажу, потому что мамы, у кого маленькие детки, особенно у которых детки от нуля, и действительно хочется ребенка искупать в приятной пенке, то вам это очень-очень подойдет. То есть с маленькими ляльками обратите внимание на эту серию. Так, вдруг вам важен еще состав. Давайте я вам вот так покажу. Редко, чтобы я уж так много внимания обращала на пену, но я считаю, что вот эта милая баночка этого достойна. Так, из таких банно-ванных вещей еще закончилась соль. Соль морская с пеной для ванны. С ароматом вишни приехала ко мне эта соль из Тюмени от Оли. Оленька, тебе тоже огромный-огромный привет и спасибо. Сегодня тебе приветов будет много, потому что много в этом месяце средств кончилось именно от Ольги. Как-то вот они тут у меня одновременно все подтянулись. Что я хочу сказать? Аромат вишни бесподобный. Уже спускаете воду, а аромат вишни все еще стоит на всю ванну. Тут написано вишня и миндаль. Ну, не знаю, больше вишня. То, что она с пеной, ну, нет. Пены я в ней не увидела. А вот соль красно-розового цвета, она немножко окрашивала водичку. И было очень приятно в ней проводить время. И ароматерапия хорошая шла. И тело такое нежное становится, вот когда в соли искупается. Следующее, ну давайте по голове пройдемся. Закончился у меня в этом месяце вот такой сухой шампунь. Но сухой шампунь закончился не за месяц, а за последние, ну, наверное, месяца 4-5, но очень долго я им пользовалась, потому что редко такие были ситуации, когда нужно было действительно быстро обновить свежесть головы. У нас частенько и воду могут отключить, а важно быть в хорошем состоянии порой, когда гости резко пришли или куда-то надо сходить, и поэтому эта пена, сухой шампунь этот выручал. Он ко мне приезжал в коробочке, не коробочка красоты, а где полноразмерная версия, я забыла, как это называется. В общем, мне эту коробочку заказала Надежда Полнакс. Надюш, если вдруг смотришь, тебе тоже огромный привет и большое-большое спасибо. Она сделала мне вот такой чудесный подарок, просто заказала коробочку, и она ко мне приехала. Там были замечательные средства, и среди них вот этот шампунь от Schwarzkopf. Ну, тут написано «Новинка». Давайте по шампуню теперь. Он классный. Он действительно замечательно высушивает волосы. Я не пользовалась на всю голову, как бы больше на макушку использовала, челка и макушка.
когда мне было необходимо. Единственный минус, но он же и плюс, много талька, поэтому он как бы и чистит хорошо волосы. Ну, естественно, я мою голову на третий день, например, ну, сильно грязными они не будут в это время, там, на второй, на третий день, если нужно будет воспользоваться. Я не знаю, справится ли прям уж совсем грязной головой, но бывало моменты, когда я, например, маску питательную делала, и челка пачкалась. То есть голова чистая, а челка вот в маске, так, знаете, жирненькой становилась. И этот шампунь выручал, то есть он высушивал. Минус для тех, у кого черные волосы, темная голова, он... Его надо чуть ли не полотенцем будет вытрясти потом, ну, в общем, проследить, чтобы у вас не было белого талька на волосах или на коже головы под волосами. То есть вот это, конечно, нужно уследить, иначе можно не очень симпатично выглядеть. Так, дальше. Шампунь. Снова Тюмень, снова Оленька. Спасибо тебе и за этот шампунь, Оля, огромное. Это от Ультра Ду, от Гаринье. Сила пяти растений для всех типов волос. Вот, знаете, он такой зеленый, и аромат у него был действительно зеленый, травки. Аромат травы. Вот здесь написано, что входит... Так, где эти пять растений-то? Зеленый чай, лимон, эвкалипт, крапива и вербена. Вот такой вот состав. По аромату, ну, прямо... Наверное, на чистую линию на некоторые шампуни похож. Вот есть у чистой линии такой вот аромат. То есть не скажу я, что он приятный. Прямо обычный такой какой-то, немножко прелой травы. Но шампунь промывал волосы хорошо. Никакого не было ощущения, что там, знаете, вот, как говорят, до скрипа там, до гнезда птичьего. Нет, волосы оставались мягкие, спокойные, достаточно послушные. Но моя длина пересушенная, которая вот хвост сам, мне недостаточно. Мне нужен был бальзам еще. Вот. Но в целом шампунь хорошо промывал волосы, даже он промывал и масла, когда я пользовалась. То есть неплохой шампунь. Тут написано для всех типов, наверное, я с этим соглашусь. Привыкания к нему не было, голова не чесалась, то есть ничего вот такого не было. То есть неплохое. Единственное, вот дело аромата, но я ароматы описывать не люблю, потому что это дело вкуса. Аромат травы. Дальше. Что у нас тут еще по волосам? Давайте я вам покажу вот такой вот удивительный бальзам. Уход Агафьи, березовый. Тут 500 миллилитров. Это очень много. Вот такой майонезный огромный пакет. Пользовалась я им, наверное, на протяжении полугода. То есть я его то доставала, использовала, то опять убирала. Он очень-очень жидкий. Прямо, ну, не водой, конечно, но для бальзама, конечно, сильно жидковатый. Здесь написано, что можно его использовать 7 способами. Как бальзам для волос, как маску для волос. Не знаю, вам может отсвечивать. Давайте вот здесь прочитаю. Как крем-кондиционер, разглаживающее обертывание, термозащитное средство для волос, маска для бани после парной, УФ-защита для волос. Ну, вот насчет термозащиты и УФ-защиты я не знаю, потому что, ну, это не проверишь. А вот насчет маски и бальзама, ну, наверное, знаете, тут разница в том, что если вы хотите использовать его как маску, то нужно держать, например, 10 минут на волосах. Если вы хотите использовать как бальзам, то 1 минуту. В общем, если вы его подержите 1 минуту, ничего абсолютно не произойдет. Если 10 минут, будет слабенький бальзам. Но это мои длинные путанные волосы. Если волосы короткие, в принципе, я думаю, он будет там работать на четверочку. На моих волосах работал на тройку. Вот. Не куплю. Я больше такой не куплю. Уж если я хочу бальзам или маски, то лучше это сделать более хорошие. Это вот когда был бум в фикс-прайсе, они были завезены, я тогда схватила, а потом уже поняла, что зря я это сделала. Далее. Маска. Такую маску мне прислала однажды Юленька, Юлия Славняк. Не знаю, Юль, смотришь, нет? Огромное тебе спасибо и большой привет. Юлю, может быть, помните. Она мне присылала
из бумажной лозы. Она сама делает ручную работу, мы с ней менялись работами, она просто дарила мне подарки. И как-то вот вместе с работами сделала мне даже подарок косметический и прислала некоторые средства. Это от планеты Спад и Иван Русская баня, ухаживающая маска для волос. С экстрактами сибирской сосны и эвкалипта. Вы знаете, у меня в этом месяце очень удивительно, меня пробило на траву. Видите, шампунь, трава, бальзам березовый, и тут маска с сосной и эвкалиптом. Это не единственная трава, впереди сейчас будет вообще сплошная трава. Наверное, очень хочется лета, вот такая маска, она не очень жидкая, но и не скажу, что сильно уж густая, такая средняя. Маска хорошая, если держать ее чуть подольше. Так, тут вот, кстати, кто не знает, инструкцию нужно искать вот так вот. У Avon, у многих средств нужно инструкцию искать вот таким способом. Так, тут написано, надо держать способ применения 10 минут. Вот, и за 10 минут она неплохо работает. Я любила до мытья головы такую маску смешивать с маслами и наносить на всю голову. Тогда работает вообще на пятерку с плюсом вместе с маслом. Классно. Девочки, заметили, я держу прямо, я не трясу. Очень стараюсь не трясти. Неплохая маска. Ну, аромат опять дело вкуса. Я ароматы описывать не буду. Аромат сосны. Ну, травки. Аромат травки. Ну, теперь трава-трава. Трава у дома. Антицеллюлитный скраб. Крымские травы. Это тоже Тюмень, тоже от Оленьки. Вот этот скраб, он приехал... Кто может помнить, у меня посылка была, которая там пена разлилась. И вот некоторые бумажные, что было бумажное, картонное, оно попортилось от этой пены, которая лопнула. Вот этот скраб шел в коробочке. В коробочке была еще такая класснючая инструкция. Там вот о всех вот этих крымских травах такой, ну, очень подробная информация была, классная. И шла еще деревянная лопаточка. Можно наносить, перемешивать, потому что этот скраб шел с маслами. Так, тут крымская мануфактура, крымские травы. Давайте я вам его покажу. Вот видно, наверное, во-первых, он солевой. Вот видите, там масло. Прямо реально видно, что там на масле. Травку видно. Она так вот заметна была. И щепочки, и палочки тут мелкие, такие травинки были. Соль, масла и... Ну, аромат, конечно, вырви глаз. Тут прямо и полынь со зверобоем входят, конечно. Я говорю, меня пробило. Я хочу лето, меня пробило на траву. Если вы хотите конкретный солевой скраб, чтобы у вас был буквально, я не знаю, супер массаж с супер отшелушивающим эффектом, чтобы кровь разгонялась по всем жилам, ощущение молодости и красоты, розовое, красно-розовое тело, это все вот про этот скраб. То есть вот это солью можно натереть себя было так, что вот ощущение, что вас хорошенечко веничком полчаса шлепали в бане. Мне очень понравился этот эффект. Я не скажу, что я бы вот прямо каждый день, надеюсь, тут все сфокусировалось, я говорю об одном и показываю. Ну, я не знаю, у меня просто вот супер ощущение от этого скраба было. Я после него выходила, и мне хотелось прям вот генеральную уборку делать в доме. Вот настолько был такой классный эффект. Плюс, мне кажется, хороший антицеллюлитный эффект. Если у вас чувствительная кожа, это не подойдет. Тут конкретно соль, тут конкретное скрабирование. Прямо вот до красна. Но если вы любите такой эффект хотя бы там раз в 3 месяца делать, то это замечательная штука. Но аромат трава-трава, такая конкретная трава с маслами, с эфирными маслами причем. И после него можно никаким кремом не пользоваться. Ощущение, как будто на вас масло. Даже душ вот стекает вода, а вы покрываетесь как вот капельками, как вот в масле как будто. Но когда вы ходите из душа, вытираетесь, тело высыхает, эффекта липкости там или ощущения, что на вас масло какое-то, этого нет.
То есть оно все впитывает, и кожа как у младенца, но ощущение просто вот полета. Так, следующее. Давайте гель покажу. Я уже далеко от Тюмени не уйду. Оля, я сегодня буду тебе все приветы посылать. Тоже из Тюмени, тоже от Оленьки приехал вот такой гель для душа. Мне его очень хотелось потестировать, потому что ну, буквально в один голос все девчонки на Ютубе говорили, что вот этот гель, клюква, ой, не, да, клюква и миндаль, да? Да, клюква и миндаль. Она, вау, как пахнет, аромат. Действительно, вот он такой прям был красненький, густой. Классный, вот аромат настолько приятный, ощущение прямо вот как будто вы каким-то вареньем клюквенным. Миндаля особо я не чувствовала, а вот ощущение, что клюквенным вареньем моетесь, вот это, ой, как вкусно, ощущение было. Вот клюква в сахаре, я миндаля вообще тут не чувствую. Вот, классный. Оля, спасибо, прямо удовольствие получила я от этого геля. Ну, так как в прошлом месяце у меня гелей не было, то в этом у меня их несколько получилось. Также закончился гель с кокосом от Yves Rocher. Этот гель ко мне аж из Нового Уренгоя приехал. 3500 километров от меня. От Оксаны Александровой. Ксюша, спасибо тебе огромное. Огромный-огромный тебе привет. Ну, я не знаю, стоит ли нахваливать гели от Yves Rocher. Мне кажется, все знают, что это классное средство. Этот гель был, ну, видно по текстуре, кремовый. Он классно работает, классно пенится. Его не так уж и много надо, чтобы вымыться. Единственное, вот бутылки 400 мл меня немножко утомляют. И поэтому я, бывает, что такие средства, гели для душа в больших объемах, делю напополам. Половину я использую как жидкое мыло, переливаю в дозатор. И половину с удовольствием моюсь, и получается, как бы не успевает надоесть. Аромат кокоса чувствуется, хорошо чувствуется. Единственное, что вот в моем районе вода такая, что почему-то кремовые гели от Yves Rocher немножко искажаются. То есть вот пока я воду не включаю, чтобы себя там смыть, я ее специально, кстати, не включаю, когда моюсь кремовыми гелями от Yves Rocher. Прекрасный аромат кокоса. Включаешь воду, чуть-чуть начинает отдавать, знаете, как бы, с чем бы сравнить, ну, болотный, что ли, вот как бы болотный какой-то вот водой, не свежий какой-то водой. Вот такое вот искажение идет. Вот. И поэтому я водой пользуюсь в самом конце. Гели отличные, мне очень нравится. Оксана, спасибо тебе большое. Ну, аромат кокоса, я не скажу, что я прям вау, как люблю. Нет, я к кокосу равнодушна, можно так сказать. Но как гель замечательный, с удовольствием использовала. Так, тема травы продолжается. Тоже Оксана Александрова мне присылала фитобаню. Вот такое мыло для рук. Я не знаю, как у девчонок заканчивается по несколько упаковок. Вот у меня 500 миллилитров, 520 миллилитров, вот такая бадья. Я почти 2 месяца ей пользовалась. Ну, как я, моя семья. У нас 4 человека в семье. Ну, правда, лежит, конечно, кусок мыла кускового, детское мыло отдельно стоит. Ну, вот 2 месяца хватило вот такой вот большой бадейки. Нравится мне вот у чистой линии их мыло достаточно густой, хорошо пенится, и вот одного, ну, 2 нажатия прямо уже намыльте и смоете, и все прекрасно. Аромат такой прикольный, действительно пахнет сосной, вот чем-то таким, в общем, травяным. Давайте еще разок понюхаю. Ну да, да, вот пихтой, вот чем-то таким прямо пахнет. Давайте вот сюда поставлю. Я не знаю, что меня так пробило на травку. Так, я думаю, надо вот так сделать, да, чтобы было повиднее. Еще одно мыльце.
Детская уже закончилась от Бамболина. Это от Оли Крюковой приехала. От Оли сегодня и то детское средство, и это. Оля, тебе снова спасибо, и не только от меня, но и от моего сына Максимки. Вы только посмотрите, какая красивенная упаковка. Вот одно удовольствие было ей пользоваться, даже я подходила и иногда таскала. Ну, класснючее оно такое. Фруктовый такой аромат. Да, вот он даже, смотрите, я название не знаю, не знала. Написано фруктовый лед. Вот. И действительно, так вот, не скажу я, чем конкретно пахло. Но чем-то таким фруктовым преобладало цитрусовое что-то. Мне кажется, тут и лимончик, и вот что-то такое, апельсинчик, чего-то цитрусового много. Ананасик, может быть. Ну, вот какие-то такие фруктовые ароматы. Классненькое было мыльце. Мне понравилось, ребенку понравилось. Ну, я не знаю, что можно сказать об этом мыле. Ну, хорошее мыло. Приятное детское мыло. Дальше. Давайте я вам покажу вот такую полоскалку. Это тоже подарок. Сейчас мне опять скажут, одни подарки. Света, ты ничего не покупаешь. Вы знаете, я покупаю, но так как у меня очень много подарков, мне приходится то, что покупаю я дарю. Поэтому у меня действительно практически я пользуюсь одними подарками. Сама покупаю на подарки. Этот подарок ко мне приехал от Леночки Никандровой. Леночка, привет тебе огромное и большое спасибо. Это средство от Oriflame. Она была такая вот эта водичка, вам видно, нет, голубая. Достаточно такая чувствительная. Не скажу, что прям разъедала рот. Нет, она вот как раз средней такой разъедающей способности. Средней очищающей способностью. Зубы она, конечно, не почистит, но ощущение свежести она дает, то есть после еды можно пользоваться и неплохо себя ведет. Единственное, что я пользовалась этим средством на протяжении, наверное, 4 месяцев, потому что я про него забывала. Если у меня желание почистить зубки, я их чищу и совершенно забываю, что есть вот такие полоскалки. Но тем не менее она закончилась, потому что я про нее все-таки иногда вспоминала. Лена, спасибо огромное. Понравилось и вела себя эта штука хорошо. Не знаю, есть ли в Oriflame сегодня такие средства, но вполне неплохое. 500 мл, вот мне хватило аж на 4 месяца. Очень надолго. Нашла я то, что купила сама. Это от Эйвы Nutra Effect. Так, где тут русский? Ни одного русского слова, что ли? Сейчас найдем. Это, в общем, пенка. Я хочу для какой кожи увидеть. Для комбинированной и нормальной кожи. Вот такая пенка для умывания. Я не знаю, сколько я ей пользовалась, но вообще я ей пользовалась очень долго. Наверное, полгода, если не больше. Вообще, такие пенки, они бесконечные, на мой взгляд, но классные. Эта пена даже умывала макияж. С первого раза пусть не смоет, но она смывала даже макияж. В глаза попадала много раз, открывала специально глаза, моргала перед зеркалом намыленная, попадала в глаза, не щипала. Еще плюс у нее очень приятный аромат. Я вот когда ее купила, я была удивлена, что вот эта пенка оказалась очень даже достойной. Поэтому, если есть возможность и хотите попробовать, мне кажется, в Avon можно такое средство взять, оно достойное. Но вот мне понравилось. Так, из очищающего я вам покажу. Тут еще осталось, но просто уже добью, тут что еще, ну 3-4 раза я воспользуюсь, даже меньше, наверное. И это средство тоже закончится. Это двухфаска от Faberlic. Приехала она ко мне от Оли Крюковой из Санкт-Петербурга. Оленька, тебе еще один большой привет и огромное спасибо. Это очень хорошее средство. Никаких танцев с бубнами не надо, никаких там стараний не надо. Потряс, на ватку налил и одним ватным диском смыл весь глаз. Я даже могу, если не сильно макияж, второй стороной диска смыть второй глаз. Такая крошка, тут 100 мл,
Я ей пользуюсь уже, я не знаю, месяца два, наверное. И она еще не кончилась. Но я почти каждый день мою, ну, крашу глаза. Редко пропускаю. Ну, пусть через день я крашусь. Но вот на два месяца мне ее хватило. 100 мл. Ой, чуть не убежала. Очень хорошее средство. Поэтому, если они есть еще в Faberlic, мне кажется, можно заказывать. Липкого вот какого-то эффекта я особо от него не заметила. Есть двухфазки, которые действительно оставляют аж пленку какую-то. Вот, не знаю, меня как-то вообще не напрягало это средство. Прекрасно работало и все смывалось. Поэтому будет надо, повторю с удовольствием. То есть вот оно очень даже неплохо работает. Давайте я передам мужчине привет, Саше. Александр Влог. Саша тоже мне присылал подарки. И мне, и моему сыну. И в этом месяце у меня вот эта малышка, гель для душа, попал от Саши. Спасибо тебе, Саша, огромное. И большой-большой привет. Этот гель я первый схватила, когда он ко мне приехал, потому что здесь аромат розы. У меня есть водичка от Ифраше. Вот с этим ароматом розы мне тоже Лена присылала, Никандрова, которая присылала вот этот вот ополаскиватель. Леночка, спасибо тебе. Я с огромнейшим удовольствием использую водичку вот с этой розой. И поэтому вот этот гель для душа я использовала одним из первых. Да, вот называется «Свежая роза». Ну, гель бесподобный, аромат бесподобный. Если вы любите розу, даже я знаю люди, которые говорят, что не любят вообще-то розу, вот этот аромат нравился. Поэтому, а если уж любите аромат розы, то попробуйте вот этот гель для душа и водичку от Ифраше с розой, с ароматом розы. Единственное, вот если в отношении водички, она не сильно стойкая. Но там 100 мл в большой версии, ее можно обновлять. Очень нежный, приятный аромат. Давайте. Коронная фраза блогеров. Пройдемтесь по рукам, да? Ну, давайте, пошли по рукам. Крем для рук омолаживающий. Мне его присылала тоже Оля Крюкова. Оленька меня вообще кремами для рук снабдила, так что с огромным удовольствием пользуюсь. Они все такие разные, все разноцветные. Посмотрите, какой дизайн классный. Этот был крем для рук омолаживающий. Написано для коррекции возрастных изменений. 100% органические тут масла. 0% минерального масла. Силиконов, красителей и парабенов. Вы знаете, это очень хорошо. Я слышала, что кто-то сказал, что этот крем ни о чем. Я с этим не соглашусь. Но, естественно, если у вас руки пересохли, обветрили и сцыпками, он не поможет. Сказать, что он прямо так омолодит, что вам было 50 рукам лет, а стало 20, тоже такого не будет. Но вот на каждый день это неплохой крем, вот чтобы увлажнить ручки, освежить ручки, чтобы они вот как-то, знаете, помыл руки мылом и сразу после него крем нанес. И вот какое-то вот ощущение нежных и приятных рук после него сохранялось. Он быстро закончился, потому что в течение дня его можно было повторять и повторять. Не так, что на ночь намазала и такая маска конкретная до утра. Нет, это легкий крем на каждый день. Я думаю, тут антивозраст вряд ли сильно работал, поэтому он подошел бы для любых ручек. Так, следующий крем тоже от Оленьки приехал. Это от Oriflame. Это малышка, в ней 30 мл. Я его носила в сумочке, закончился, потому что я и в гостях, когда бывает, мою руки или куда-то в каких-то общественных, там, ну, в кафе зашла, там, руки помыла. То есть я крем наношу всегда, потому что, ну, у меня руки – это лицо, поэтому я о них забочусь. Этот крем, вот я так вот близко-то не увижу. И, если честно, я даже и не смотрела, есть ли тут какие-нибудь данные по этому крему. Мне кажется, он был защитный. По-моему, просто, да, крем для рук написан. Он очень похож был на защитный крем. Покрывал небольшой пленочкой. Подходит он хорошо для улицы.
И неплохо, я думаю, если вы собираетесь какие-то домашние дела делать. То есть вот этот крем, мне кажется, в помощь. Он уже не такой, что вот писали-писали, например, какие-нибудь документы, потом схватили крем, помазали и начали дальше писать. Нет, вы прилипнете тогда к тому, что вы там пытаетесь написать. Поэтому этот крем, он больше подходит для, ну, конкретного момента. То есть, когда вы идете, например, на улицу или ложитесь в кроватку, или вы хотите какие-то домашние дела поделать. Ну, вы поняли, потому что я уже долго говорю. Пошли по ногам. Скраб. Вот такой скраб у меня закончился для ног. Щекотка. Так, что я могу сказать про эту щекотку? Во-первых, он приехал ко мне от Иринки. Иринка, у нее интересный ник на Ютубе, Ирина Манинья-Яричана. Ириш, спасибо тебе огромное и огромный-огромный привет. Вы знаете, он такой интересный. Я, наверное, не знаю, оставила я тут каплюшечку. Оставила, вот. Для вас специально оставила. Он вот такой сухой. Красивый розовый такой барбишный цвет. Им нужно как было пользоваться. Во-первых, его самого мочить категорически нельзя. Он должен оставаться был сухим. Поэтому в ванну его с собой не возьмете. Тем более, если у вас, например, душевая, то это вы испортите всю банку. Тут 100 мл. Надо было какую-нибудь крышечку взять, вот так вот насыпать в нее. Смотрите, какой прям кристалликом. И уже руки мочите, влажными руками вот так вот касаетесь и начинаете массажировать ножки. Вот если не брать во внимание, что нужны вот такие вот дополнительные действия, как тут пересыпать, уберечь от воды, чтобы не намочить раньше времени. Ну, я вот, знаете, как приноровилась на край ванны, насыплю горку малюсенькую. И как только ножки немножко распарятся, их первыми и скрабировала. Теперь о плюсах. Это вот были минусы, как бы, что нужно тут заморачиваться немножко. Классный-классный скраб. То есть он конкретно скрабирует ноги. Его нужно совсем немножко и хватает очень надолго. Я им пользовалась больше 2 месяцев. Вот как Ира мне прислала этот скраб, вот когда была посылка, около 2 месяцев, мне кажется, назад, если не дольше, не раньше. И вот столько времени я эти 100 миллилитров использовала. У меня Максимка, ребенок, пытался, он такой хохот из ванны шел. То есть он действительно щекотит ножки вот этими крупиночками. Смешно очень так это. Когда он там хохотал в ванной, значит, было понятно, что Максимка пытается скрабировать ножки. Ну, то есть он, как ребенок, не любит никаких скрабов, он этим не пользуется, но ему очень понравился вот этот эффект. Увидел слово «щекотка» и решил, что ему тоже надо щекотить ноги. Ну, вот он так развлекался тоже периодически. Раза 2, наверное, или 3 он им воспользовался. Так, дальше для ног. Почти закончился, прямо вот на донышке я уже допользую и выкину. Не буду сохранять. От Footworks, от Avon. Увлажняющий крем для ног. Шоколадно-гранатовый десерт. Вот так вот. Он красивого розового цвета. Вот, видите, прям вот реально красивый розовый такой цвет. Для меня аромат граната с шоколадом вперемешку очень неприятен оказался. Возможно, кому-то он и нравится, или, ну, как бы все равно. В любом случае, я им пользуюсь, не скажу, что у меня какое-то там отвращение, просто аромат как бы не тот, который мне больше всего бы понравился. Вот, например, с макадамией многие говорили, что там пахнет носками или еще как-то, а мне нравилось бесподобно. Вот для меня пахло печенюшками. Вот этот мне не очень понравился. Если бы была бы возможность, я бы вот таких 5 поменяла бы на один с макадамией. Но, к сожалению, макадамию Avon вывел. Это тоже было лимитированной версией. Я думаю, нет смысла долго говорить. Но вообще вот про Avon хочу сказать, что зимние лимитки действительно увлажняют и заботятся о ножках. Летние лимитки практически ни о чем. Они такие гелевые и ничего практически не делают. Этот мне понравился. Он наравне вот с макадамией вот, ну, работал, на ногах работал. Естественно, если грубые пятки, он ничего не сделает. Но у меня ноги без проблем.
Но вот на каждый вечер, на ночь увлажнить и позаботиться о ногах, они как у младенца становились. Вот. Нравится. Давайте покажу одно для меня недоразумение. Это тоже от Footworks. 3 в 1. Вот эта штука у меня стояла. Вот сколько у нее есть срок годности. 3 года. Вот она, наверное, у меня все 3 года простояла. Так, с 2014 года и 3 года. 14, 15, 16, 17. Ну да, вот практически срок годности бы сейчас закончился. Вот-вот. Это, в общем, вот такое средство. Маска. Маска для ног лаванда. Способ применения. Равномерно нанесите маску на кожу ног и ступней. Оставьте ее до полного высыхания, а затем тщательно смойте водой. Девочки, вот вы представьте, лежите вы в ванной. И нужно, чтобы эта маска высохла на ногах. Это как нужно вообще задрать ноги и в каком положении и сколько времени висеть. Вот я ее... Я даже хрипла. Я ее, конечно, использовала за эти 3 года. Раз в полгода я на себя буквально просто наляпывала побольше, чтобы она как можно быстрее закончилась. И ни разу она у меня не высохла. Ну, я утрирую, конечно. Я и тонким слоем пыталась нанести, чтобы она высохла. Наполовину она даже высыхала, и я быстро это дело смывала. Это недоразумение, потому что в таком положении пыталась я в тазике ножки, там, например, я ванночку делаю, потом я высушивала ноги, и тогда, представляете, сидите, а ноги на весу держите. Ну, 5 минут вы подержали, они уже отекли, и эта спа-процедура в какой-то беспощадный ритуал превращается, сидеть и вот эти ноги качать на весу держа. В общем, недоразумение полнейшее. В жизни больше не куплю, никаких масок для ног мне больше не надо. Такого плана. Так, следующее, что я хочу показать, это от Оли Ткачевой. Ко мне приехали 2 вот таких вот мимишных кремушка от L'Occitane. Один оказался для ног, второй для рук. Тот, который для рук, он у меня также 10 мл, он у меня как сумочный вариант. Потому что такую малышку я быстро могу в квартирных условиях истратить. А вот крем для ног я тратила вечерами. Давайте я о нем расскажу. Во-первых, Оленька, огромное-огромное тебе спасибо, что ты дала возможность этой компании познакомиться с кремом для ног. Потому что для рук я уже немножко в курсе была. Мне Оля Крюкова присылала для рук крема. И даже Оля присылала для тела крем. Вообще классный. Ну вот попробовала для ног. Он, во-первых, пахнет тоже такими, знаете, травами. Вот как вон тот скраб. Прямо трава-трава. Вообще я знаю, что частенько кремы для ног пахнут травой. Это как бы идет анти... Ну, против запаха, что ли. Ну, мне так кажется. Классно работал. Маленькое количество нужно было, чтобы вот напитать ножки. И вот этих 10 мл мне хватило надолго. Ну, понятно, не 2-3 месяца. Ну, можно было, конечно, и по булавочной головке, по спичечной головке брать. Ну, я 2 недели, наверное, пользовалась вот этой вот малявкой. А у меня 2 ноги, между прочим. Спасибо, Оля, огромное. С огромным удовольствием использовала. Про крем для рук расскажу в следующих, наверное, пустых баночках. Пока он у меня даже не закончился. Но я не так часто, конечно же, пользуюсь в сумочке, когда крем. Далее. Не устали? Я, наверное, 2 части сделаю. Сейчас еще чуть-чуть. И остатки оставлю на 2-ю часть. Бомбочки. Бомбочки ко мне приезжали тоже от Оли Ткачевой. Спасибо тебе, Оленька. Это вот эти Эколав, морская соль, бурлящий шар для ванн. И от Катюшки Минченковой приезжал тоже Эколав, вот такой жемчужный шар для ванн. Они разные, у них у всех разные ароматы. Вот, бурлящий шар. В общем, от 2 девочек, от Оли и от Кати. И еще один закончился, кафе красоты, бурлящий шар для ванны. Это Максимка их любит бурлить. Но вот про этот он сказал, обычный бурлящий шарик, такой вот, как от кафе красоты, средненький. Вот давайте я про Эколаб расскажу.
Их тут было 3 штуки. Первые 2 Максимка запускал, когда сам купался. Он говорит, было столько пены, они так бурлили, вот просто как будто там подводный реактив какой-то. Прямо, говорит, бегал по ванне этот шар, и вот пена шла, вот это шипение. То есть вот настолько, говорит, классно смотрелось. Но мы с ним решили набрать воды, и до того, как он сам погрузится в воду, снять видео для вас, чтобы показать, как третий шарик будет вот это вот классно бурление показывать. И вы знаете, третий нас подвел. Он так попыхал, попыхал, никакой пены не было. И поэтому я так хотела с восторгом рассказать, какие это класснючие бурлящие шары, которые дают много пены. А вот третий подвел, и получается, что бывают у них исключения. То есть сами шары классные, они в отличие от обычных вот такие здоровые, большие. И в целом-то получается, они классно пенятся еще и бурлят. Но бывает, может, оцеревший третий попался. Ну, скорее всего, потому что первые 2-то были прямо исключительные. Даже хотели мы ролик снять, чтобы вам в пустых баночках показать, как они эффективно, эффектно бурлят. Давайте в этом ролике еще одно средство покажу, и остальное оставлю на следующий ролик. Вот такое мыло в этом месяце ушло в мыльницу от Цветы Любви Ландыш. Мне его присылала Мариночка. Марина Абакарова. Привет, Мариш, тебе огромное и большое-большое спасибо. Я очень люблю ландыш. Мне такие кусочки прислали несколько девочек. Марина даже 2 кусочка. И поэтому я с огромным удовольствием свой любимый ландыш отправила в мыльницу. Вот вы знаете, его тут уже нет 2 недели. А пахнет, как будто до сих пор кусочек мыла там внутри. Мылом он совсем не пахнет, он пахнет чисто ландышем. И вот часто девчонки говорят, что любят покупать мыло и класть на полки в шкафы платяные. Ну, чтобы там аромат был приятный, еще как-то. То вот такое мыло, мне кажется, вообще будет бесподобно, как освежитель даже помещения работать. И этим мылом, когда кто-то моет руки и заходит следующий человек в ванну, то очень-очень приятный аромат сохраняется. Поэтому вообще классное вот это вот мыло. Оно недорогое и вот настолько вот замечательное. Все, наверное, я здесь остановлюсь. Немножко декоративки, кремы для лица, маски. Это все я покажу уже во второй части, потому что, чтобы сильно не перегружать один ролик. Спасибо всем, кто этот ролик смотрел до конца. Спасибо всем за внимание, просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!